Время новостей на телеканале «Север». С картиной дня вас познакомят наши корреспонденты в студии Алина Воучейская. Ненецкий автономный округ вошел в число лидеров по качеству условий для развития малого и среднего бизнеса. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра МСП Банка «Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса. Региональные диспропорции». В рамках проведенного исследования оценивались условия для ведения предпринимательской деятельности в регионах России. В число регионов лидеров рейтинг А «Очень высокое качество условий для МСП» вошли 13 экономически развитых субъектов России. Ненецкий округ, Воронежская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Ростовская, Тамбовская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ. Риски в регионах группы А, как правило, невелики и нивелируются значительным экономическим потенциалом. Большинство регионов характеризуется высокой степенью стабильности бюджетной системы, а также сбалансированной социальной ситуацией, отметила руководитель аналитического центра МСП Банка Наталья Летянская. В категорию догоняющих регионов группа Б попал 21 субъект Российской Федерации. Средняя группа С оказалась наиболее многочисленной, в нее вошли 30 субъектов России. В категории отстающих Д отнеслись 15 регионов, явным аутсайдером Е – 3 региона.